После недавних выступлений против планов правительства Франции легализовать однополые браки в Париже появилась инициативная группа по созданию мечети для геев. Сначала они будут использовать для совершения намаза холл в буддийском ашраме, по-видимому, потому что туда пускают всех. Затем начнут привлекать в новую мечеть женщин и мужчин, которые смогут совершать намаз вместе. Кроме того, по словам инициатора, в новой мечети будут совершаться однополые браки, проблема которых так актуальна сейчас во Франции. В новой мечети по пятницам после намаза и проповеди будут совершаться брачные церемонии для всех желающих.